В добрый путь! В Санкт-Петербурге в ночь на субботу проходит праздник выпускников «Алые паруса». Центральные улицы города и набережные Невы перекрыты для автомобилей. По ним гуляют толпы людей, многие из них без масок. На саму Дворцовую площадь, где идет праздничный концерт, пускают только выпускников. Там собрались тысячи людей, несмотря на третью волну коронавируса. О соблюдении мер безопасности можно просто забыть.